сама снежная королева к нам пожаловала. Здравствуйте! Я добрый сказочник. Я знаю много сказок о злых волках, о зайцах косоглазых, о доброй фее, о девице заморской. Сегодня мой рассказ о снежной королеве. Ребята, а вы все любите сказки? Да! А скажите, может быть, кто-то читал из вас сказку «Снежная королева»? Да! Молодцы! А кто не читал, предлагаю послушать. Кай и Герда, прелестные дети, в маленькой комнате на чердаке с бабушкой жили. Очень небогато, но крепко дружили, чем нравились мне.
что-то съедется вдали. Ты скорей туда иди, друга милого найди. Ой, какой дремучий лес, видно много в нем чудес. Ну-ка, чудо, появись, ну-ка, чудо, отзовись. Слышу я, меня зовут, хочешь чудо, вот я тут. Жаждет снеговичок, план великая найти. Хорошо, Генри, я и мои друзья помогут тебе, и